Итак, завтра начну рассаживать саженцы под укрывочный материал, под укрывной материал. Вот так уже помидоры подросли с момента последней съемки. Вот еще заметил один помидорчик, он где растет, как он тут оказался. А вот это, смотрите, я думал, это сорняк, а это на перец похоже. Откуда он тут взялся? И главное, вот прямо на проходе. Или это не перец? В общем, не знаю. Не знаю, перец, не перец, но похоже на перец. Так вот, помидоры растут. Вот смотрите, разница. Справа финские семена огурцов были, а слева российские семена. Сейчас 17 мая. Видите, как активно растут финские и как наши семена растут. Но самое интересное другое, что я хотел показать. Ну-ка смотрим, смотрим. Сейчас поливал. И что я тут насмотрел? Смотрите, вон первый цветочек. То есть первый огурчик скоро появится, и вон еще пошли. Если присмотреться. То есть финские огурцы начали уже потихоньку плодоносить. Вон еще этот цветочки. Вон, смотрите. Цветочек на огурцах. Вот уже усики пошли. Начали подниматься по веревке. Так что скоро будем собирать урожай огурцов. Финских огурцов. И будем дегустировать. А вот что-то с нашими совсем плоховато. Вот этот, правда, хоть расти начал. Поднялся. Но цветов пока не... А нет, вот, по-моему, цветочек, да, вот, будущий. Вот тоже. Вот такая вот разница, видите, очевидно. Ну ладно, будем смотреть, что дальше будет. А завтра будем высаживать.